Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 июня, день Андрея. В этот день отмечают память нескольких Андреев. Архиепископ Критский, Рублев, иконописец, и Боголюбский. Святитель Андрей Критский написал много богодуховных писаний, украсил церковь песнопениями и почтил многими похвалами Пречистому Деву Богородицу. Андрей Рублев принимал участие в росписи Успенского, Благовещенского и Троицкого соборов. Андрей Боголюбский способствовал распространению христианской веры, создал более 30 храмов. Сегодняшний день в народе называли наливы. К этому времени на полях спели, наливались озимые злаки. И по их спелости судили о будущем урожае. Частенько в это время шли сильные дожди. Для крестьян сегодняшний Андреевский дождь был очень желанным, так как помогал получить богатый урожай зерновых культур. Приметы. Говорили, на Андрея овес до половины дорос. Если овес рос плохо, это к плохому урожаю. Если много ос, зима будет лютой. Появились желтые листья на деревьях к ранней осени. Какая погода на Андрея, такой она будет и на Калинника на 11 августа. 7 рецептов женской красоты. Как поддержать свою фигуру? С возрастом фигура женщины начинает ухудшаться. Процесс отрехления можно отодвинуть на многие годы, если придерживаться следующих простых правил. Первое. Контролируйте свою осанку перед зеркалом и выполняйте упражнения для ее поддержания. Второе. Больше ходите пешком. Третье. Не ешьте сразу по многу и не наедайтесь на ночь. После 18 часов лучше есть фрукты, простоквашу или пить травяной настой, свежевыжатые овощные соки. Откажитесь от вредной привычки есть во время просмотра телепередач, возле компьютера и от перекусывания между едой. Четвертое. Больше употребляйте свежих и отварных овощей. Пятое. Сведите к минимуму употребление сахара. Чаще ешьте фрукты. Шестое. В домах, где есть лифт, поднимайтесь на третий или четвертый этаж пешком. Ножки будут красивые. Седьмое. 2-3 раза в неделю специально занимайтесь физическими упражнениями по 1-1,5 часа. Восьмое. Систематически, не реже 1 раза в месяц, взвешивайтесь и ведите дневник самоконтроля. Это позволит вам корректировать свою оздоровительную программу. Если надо, то поголодайте. Повысьте физическую нагрузку или отдохните. То есть на основании своих записей вы можете уже как-то регулировать свой образ жизни. Девятое. Не нервничайте по пустякам. Главное – душевное спокойствие. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Десятое. Запаситесь терпением и волей. Эти несложные правила помогут вам всегда оставаться стройной и смело появляться в купальном костюме на пляже, где вы будете чувствовать себя молодой, красивой и счастливой. 15 лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом из бобов, гороха. А жидкую холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств.
16 лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действие больше оказывается на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуются простые, спокойные, плавное движение, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусная, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!